Сейчас только поезд, это не слышно ничего. Привет, это Drive Your Life. Сейчас мы гуляем в Киеве по парку Нивки. Такой неплохой парк, поскольку сейчас листвы нет, выглядит лесовато. Поскольку сейчас листвы нет, выглядит лысовато. Но, в принципе, летом красиво. Так вот, брели и набрели на вот такую вот штуку. Здесь есть какой-то подземный ход. Причем явно рукотворный, потому что, видите, здесь арка вся выложена, укреплена. То есть это не просто образовавшаяся какая-то дыра, а именно построенная такая штука. Причем здесь на поверхности она высотой где-то, наверное, меньше метра, а там в глубине она где-то с человеческий рост. То есть это, видимо, галерея, именно по которой можно пройти людям. Там дальше все завалено мусором, поэтому мы, естественно, туда не пошли исследовать, куда она ведет. Интересно, мы сами не знаем. Вообще, ну, если брать такую полуконспирологическую версию, то здесь недалеко находится бывшая правительственная дача УССР, там, по-моему, хрущевская. Ну, это уже здание развалившееся такое, там ничего интересного нет сейчас. Вот, кстати, здание, о котором я говорил, он такое же полуразваленное. Вот, возможно, это куда-то туда идет, но не факт, то есть мы не склонны к тому, чтобы обязательно такие версии какие-то брать. В общем, короче, друзья, мы не знаем, куда это идет. Если кто-то знает, напишите в комментариях, ну реально интересно было бы. Вот, ну и эта часть прогулки закончена. До новых встреч, всем пока.